тебе, великий Боже, что я на грешных не похожа, что я такой благочестивый, ты видишь все мои порывы. Я посещаю Божий храм, всегда участвую в служении, молюсь исправно по часам. Пример смирения и терпения, обряды все до одного я постоянно выполняю. И кроме прочего всего, усердно руки омываю. Я чистый, видишь, Боже, сам. Хвала тебе и небесам, так в окружении людей молился в храме фарисей. А мытарь в грудь себя бия, молился, Боже, грешен я. Прости меня, молю так слезно. Даруй мне, Господи, прощение, хоть заслужил я осуждение. В Тебе нуждаюсь я, мой Бог, Ты обнови любовь и душу, чтобы воистину я смог быть чистым, верным и послушным. Скажите, чья из двух молитв быстрее к Богу прилетит?